Смотрите, какие гномики классные. Вот площадь, рынок. Красота, действительно. Гномики. И что там показывает? Улица Виезена. Ну, идемте по улице, пройдемся. Потому что уж очень жарко, друзья мои. Там просто на площади рынок припекает солнышко. Мы здесь покушали вкусных сладостей. Покажем вам видео обязательно. Выбачаюсь. Мочу и воняю. Наташа вот. Стор Наташа не подводит и комментирует только правду. Я не только правду. Я же виновата, что она мне пахнет. Так. И идем с вами пряменько по улочке, которая просто прямо от площади рынок. Вот, а вот я и так и подумала, зачем мы... Нумизмат, гном-нумизмат. Он сидит на копеечках и смотрит в лупу на монетку. Ну да, он же рассматривает, насколько... Это же гном-нумизмат. 1932 год. Класс. Гномик-нумизматик. Вот и наши. Наташа, ну, присядь возле нумизматика. Я его сверху надеву. Трем пузика. Денежных надо за пузико кирить. Они что-то знают. Все, Наташа уже потерла гномика. Улица такие Виезена. Красивая улица. Ой, самолет летит. Класс. Чувствую, как... Чувствуешь, как деньги ночью, приходят, да? Да, да. А, и дальше нам туда. Ой, надо уйти, чтоб тут я на велике не поехала. Ну и прогуливаемся дальше по улочке. Смотрим, ищем гномов. Просто гуляем, потому что уже очень просто жарко. Сейчас 12, и уже точно больше 32. Ну, зато красота. Сейчас выйдем куда-то. Все равно что-то посмотрим новое, интересное. А, ну ладно, камон, Дубай. Мы в Дубае, хотя мы во Вроцлаве. Красота какая! Такие, знаете, маленькие улочки. А, ну кальянчики, да. Я думаю, что там про Дубай это. Наташа рассматривает все. Да, Наташа на фоне этих вот домишечек прикольных. Наташ, смотри, где мы! Наташа говорит, тьфу ты! Да, ой, какой домик. Такое пересечение улочек. Здесь интересно, здесь интересно. Ты видела это надпись? Что? Я не сумасшедший. Моя реалити, просто моя реальность отличается от вашей. Да, прикольная надпись. Я не сумасшедший, просто моя реальность отличается от вашей. Правда, Кэт и Элис. Так, ну что, гномы, гномы, где гномы? Охота на гномов. А гномы, кстати, они сидят, прячутся. Ну, так что идем с вами гуляем. Люди кушают, люди завтракают, проводят свое время. Сегодня выходной, большинство магазинов закрыто. Ну, прикольно, в принципе, нам хватает того, что открыто. Водичку мы с собой еще привезли с Киева, и в отеле дают. А мы с вами прогуливаемся таким красивым вроцлавским улочкам. Не знаю, кто мне рассказывал, что Вроцлав прям такая тусня, пройти негде, а Краков спокойный город. Мне наоборот. О, слышим ратушу, да, 12. Всего лишь час могут быть? Да. А с другой стороны всего лишь, да? Тут... Так, а ну давай вот туда. Ой, вот, по рельсам. Трамвай. А вот пошли по рельсам. Так, чую, где-то здесь гном должен быть. Ой, смотри, Дарт Вейдер с котиком. С этим, как он этого кота? Гарфилд. Гарфилд. Класс, с Гарфилдом. Прикольно, припаркованы мотики. И мы с вами идем по рельсам. Такому пряничному домику прикольному. Угу. Я хотела сказать, а что машина? Трамвай ж не ездит, а машина едет. Слушай, ну как классно стали рельсы, да? Да. Прям классно так. Опа! Слушай, вдруг сейчас трамвай проедет, я уже не уверена. Прикольно. Тут во Вроцлаве такие сказки, и гномы, и смотри, Алиса у нас в отеле. Баку-лаунж, они издеваются. Баку-лаунж, куда мы не поехали. Да, в Баку мы уже два раза пытались попасть, и все никак. Смотри, как пишется. Сейчас про Баку расскажу. Первый раз.
нас остановил вирус, и билеты сгорели второй раз. В этом году у меня была операция с коленом. В Баку снова не попали. Смотри, как дома держатся. Это специально, чтобы они не развалились, наверное. Перемычечка такая. Ага. Да явно делают, что она держит. Ну, типа вот друг дружку фиксируют. Прикольно. Такая улица. Я думаю, трамвая нет, почему машины едут? Сидут так панкейки распространены. Ну, короче, блины. Ну, блины, да. Кстати, на завтрак был вкусный блинчик. Очень вкусный. Но я половину Наташе отдала. Тем более, он с клубничной начинкой был. Надеюсь, завтра будет другой начинкой. Потрясающий завтрак. А пирожное, конечно, мы с Наташей вдвоем съели. Конечно, это что-то. Так, я понимаю, что это не гном. Хорошо. Да, наверное, просто держатель какой-то трамвайный. Но это не гном. Ну, да. Хотя я уже на такие штучки дергаюсь, где-то должен быть гномом. Так, это нужно просто выходить и во все уголки смотреть. Галереи, галерея. Смотрите, какие домишки. А вот здесь на это на углу посмотри колонны, там это тоже наверху. Ага. Если много народу, нужно идти. Наташа плохого не посоветует. Ну это просто люди кушают, у которых завтрака нет. Чат, копия это хатка. Хатка, чатка, хатка. Ой, вот скотный двор, пошли, вон он, нашли. Так, смотрите, здесь когда-то давно был скотный двор. И, к сожалению, всех животных тут, ну, скажем так, лишали жизни. Но мне рекомендовали пройти по этой улочке, посмотреть, она очень красивая. Так, надо еще не убиться. Вот можно вот такие фотки сделать, мужчина сел, красивые, прикольные. Сувениры тоже есть с гномиками. Ладно, не будем заострять внимание, пока никому нет, давайте покажем вам. Скотный двор, кролик, хрюшечки, уточки, козлики. В общем, здесь была эта скотобойня. Ну вот, как-то так. Да, смотрите, все уже загладили просто этих животных. Что-то ага. На бычке написано на хвостике. Что-то написано. Бог, Рижский, не знаю. 2017 не год. А вот здесь что-то еще написано. Ну, место Вроцлав. А ну вон там я еще пропустила, кстати. Сейчас пойду покажу вам. Петушок и петух большой. Вот такая красота. Ну. Наташа нашла что-то снова. Ах, не гном, а ли? О, яичко с курочкой. Оп. А теперь смотри. А ой. С козочки? А с козочки что-то дайте-ка увеличу. Золото. Какашки. Золото. Ну, вот такой он скотный двор. Его тоже посмотрели с вами. Гуляли и посмотрели скотный двор. Нашли его. Ну что ж, идем дальше. Ну какие там сувениры красивые, что оно закрыто? Ангелочки, смотрите. А, мы какого-то ангелочка, кстати, очень красивого купили на площади Казимеш. Да, он меня слушает, я так смотрю на него, боже, он такой миленький. Отсвечивается ли видно? Отсвечивается. Вот эти мне нравятся ангелочки. Ну, видно что-то, ну так. Ну, видно чего. А сколько же они стоят? 25 злотых стоят. Ангелочек 25 злотых. Вот этот гном 50. Не, Наташа вернулась все-таки в этот. Подожди, домики хочу показать сейчас. Handmade. 36 злотых. 36 злотых. Вот те вот. Это дорого. А эти 25 злотых. Это 25, я думаю, знаешь, что это тяжелые домики. Да. А вот это что такое? Это шкатулочки. Нет, это шкатулочки. А вон эти, как ты хочешь с этим. С футбольным мячом есть? Да. Ну ладно, давай зайдем. Угу. Кстати, многие собирают колокольчики и наперстки. Ну, 12 это где-то 3 доллара. Ну, еще нормально. Вот чашки такие почти 10 долларов. Чуть больше. Не, ровно 10. Наперсточки кто-то собирает есть. Видите, снова вам сувениры показываю. Вот 16. 4 доллара. Разные гномы. Но фигурку гнома тоже можно привезти, кстати. Интересно. Ну, тяжеловатый такой. Давай
посмотрим. Ну, красивые сувениры, где конечно. Вот. А где это? С ракеткой футбол. Есть, а где с футбольным мячом? Mm. Ну ладно, вот этот. Вот этот, который какой? Мы видели. Какой? На мотике, 15 злотых. Вот, это? Смотри, нет, Наташа, вот. А, как подставочка. А так это и есть подставочка, наверное. Да. Не тяжелый. Тяжелый, нет, да? но 2 магнита. 25 это да. 6 долларов. Это прилично. А там так смотрите, журналы столько и стоят, нужно уходить с этого, с центра. Ну, если уйти с центра, мне кажется, будет дешевле. Но если честно, есть везде. Очень. Вот, ой, с котиком или с кем это? Кот в мешке. Мешок, классный. Кот в мешке. Ну вот пару магнитиков привезти бы. А это, что этот один стоит? 10 долларов почти, да? Ну да, 36. Очень дорого, конечно. Очень, ну красиво. Ну вручную же рисунок. А можешь один снять, посмотреть, он бьющийся или нет? Тяжелый или? Да. Тяжелый, каменный, нет. Да, тогда 36. Что это такое? Еще какие-то? Азия, энергетика Азии, что-то странное. Это, наверное, мне кажется, имена гномов может. Как это понять? Это подставочки, да? Нет, магнит написано. А, это магнит. Разверни его, пожалуйста. Я 3 штуки взяла просто. А, они скрепились. Ты можешь 3 штуки перевернуть? А как разве? А, я думала, магнит сзади показывает. Не, а вон, он цельный магнит получается. Он весь магнит. А сколько он? 114. А смотри, вот эти вот мне тоже нравятся. Хоть 10, но мне нравится, вот знаете, вот яркие. Когда вы очень много. Нет, не яркие, а где вы побывали. Допустим, здесь мы были. Здесь мы были. Ну тоже классно. Вот, площадь, рынок. Ну тоже я такие длинные магниты очень люблю. Но теперь гномов я люблю уже. Вот это такой гномик красивый. Вот это вот красивое. Да, вот эти вот. Этот, наверное, деревянный. Ой, деревянный. Этот, наверное, магнит. Господи, каменный. Ну да, но легче, чем домик, мне кажется. Он легче, но может разбиться. Ну вот такой, смотрите, кстати, и гномики. Рынок. Вот такой бы я взяла. Тоже тяжело. Сколько? 14. Угу. Слушайте, ну здесь магниты, наверное, вот я так не залипала нигде. Это просто. Давайте еще бы ты домик. Я не знаю. Домик, смотри. Вот такой мне нравится. Зеленый. Вот такой мне нравится. Еще мне нравится вот такой с ратушей. Вот такой мне нравится. Ну, елки, тут я бы хотела. Вот такой мне нравится. Вот такой. Я просто думала взять штук 5, но это дорого было. Чтобы было и гномы, и это. Да нет, дорого. Ну, давай еще посмотрю, что есть. О, вот еще. А вот мой с мячом за 45. Ничего себе, так дорого. Сейчас за 45 вот такие. Это статуэтка. Вот, за 17 вот такую. А зачем вот такая длинная штука? Она мешать будет его поставить. Вот, наверное, все про гномов, не? Да. Вот, все про гномов. Смотрите, какая книга. Тут везде гномы просто. Где их искать? И сколько она Наташа стоит? Ой, какая попка. Ага. А сколько же она стоит? Бесценно. Смотри, что я увидела. Да. Показывай. Галина. А, такая интеллигентная, веселая. А там, когда я взяла, имя было Азия. Такая, что за гном? Азиатский типа? Ну, смотри, скрутна, товарыська, джажик, что-то руссадный, пасмурный. Слушайте, люди берут, и люди нет. А сколько стоит? Прикольно. Вон там еще красивый магнит, идите, покажу. Еще девчонки стоят возле них. Ну, вот это тоже красота. Красивые. Радует, что можно и карточку платить. Вот за 9 грошей гномик. Грош это монетка польская. Вот много недорогих магнитов. Ну и вот тоже красивые, но они изображают что-то такое, как бы, ну, для меня не очень пока принадлежащее к Вроцлаву. А вот и имя Вроцлава Бреслау. Видите, на магните Бреслау. Чашечки, все это. Слушайте, сувениры, конечно, здесь и сам город очень нравится. Адам. А видишь, я Азию видела? Есть. Где вот Азия. Где? Это, конечно, за Азия. Энергичная позва, не знаю. В общем, чувствую, на сувениры мы потратим много. И сумочка симпатичная. Но у меня такие есть и дубайская. Так, Наташа, посмотри, сколько сумочка стоит, не знаешь? 50 злотых. Ну, классная тоже сумочка. Ну, как подарок. Если такой ходить, и камеру можно положить, и кошелечек. Он еще есть за 50. Но это мне больше нравится. Смотри, маме, тату. Маме, папе, это у вас Вроцлав. Ну вот такое видео сегодня. Скотный двор посмотрели, и прошлись, и гнома нашли, и магниты, и сувениры. Опишите, чтобы вы здесь выбрали, потому что я бы здесь выбрала просто все. Я уже тоже завешала бы весь холодильник, и, наверное, все-таки не пожалеем денег, и какой-то один домик каждая купит.
Ну, вы пишите свои мнения. Всем спасибо, ставьте лайки.